Привет, привет. Сижу около пятерочки, потому что там света нету. И думаю, блин, то ли домой ехать, то ли подождать, пока свет включат. Потому что надо купить кое-что. Завтра уже рабочий день, надо приготовить что-то. Ну, короче, выходные прогуляла, поэтому надо в воскресенье все доделать. У меня все торчит. Но что-то я смотрю, люди так до сих пор и не выходят оттуда с пакетами. Я жду уже минут 10, наверное. Нет, даже больше. 15. Не знаю, наверное, домой сейчас поеду. Но, судя по всему, если здесь нет света, то дома тоже нет света. Да. Ой, надо кошакам дополнитель купить. Не знаю, как там у них закончился еще. Переживет он еще одну ночь до завтра. Не знаю. Я в сомнениях. Нет? Нет. Никто не выходит. И ехать куда-то еще, знаете, тоже, честно говоря, неохота. Вот так и сижу, знаете, зависла и сижу как дура уже 15 минут. А напротив мальчик с собачкой гуляет. Или это девочка, не знаю, непонятно. Но собачка такая резвая. Она прям бегает, насается. Прям сносит все на своем пути. Вот энергия через край. Ой, а я сижу. Ну, наверное, домой поеду, потому что хочу сидеть. Чего сижу? Так-то, в принципе, дома все есть. На завтра что-то приготовить. Опять же, когда включат электричество. Из электричества и не туды, и не суды. Ладно, видимо, завтра докуплю. Боженька бережет мои деньги. Спать хочу. Ладно, все, поехали домой смотреть, что там да как. Я уже дома. Уже все переделала. Сходила в душ. Даже уже почти высохла. Укладка природная. Все-таки, когда вот женщина стригла меня... Я даже не знаю, как это правильно этот метод называется. Но, в общем, она стригла лезвием. Наверное, так и называется. Она мне говорила, что будет гораздо проще укладывать. Ну, в принципе, да, я ничего не делаю. Вот так руками потрогала, оно все подсохло. И форма готова. Ну, хотя я вряд ли еще рискну стричься лезвием, потому что все-таки концы секутся после этого. Здрасте! Вы к кому? Что надо? Еда там. Что вот ты пришел сейчас меня отвлекать? Я даже спать буду ложиться в 9:30. Чаек он уже продостыл. Давай, ты тоже хочешь что-то сказать? Давай, скажи миру все, что ты думаешь. А что ты мурлычешь? То есть разговор у нас не получится, да? Ну вот так. И свет такой, сразу прям все морщины видно. Что? Большое мурлыкающее...
Чудо. Уходя, я сейчас ногти буду красить. Тебе не нравится этот запах. Сейчас уйдет. Впереди неделя рабочая. Зато потом следующая неделя. Там всего, получается, 3 рабочих дня. Потом 4 дня отдыха. Хорошо. Слой один нанесу сверху еще. Неделя, конечно, будет через неделю короткая, но, честно говоря, страшная. Да она, в принципе, это мне не очень-то радужная. Потому что у меня 11 февраля получается годовщина маминой смерти. Очередная. В этом 14 февраля тоже, соответственно, не очень приятная для меня лично дата. Потому что маму, опять же, хоронили 14 числа. Ну, февраль радует разве что тем, что в нем чуть меньше дней. Да, опять же, 24 февраля годовщина войны. Годовщина начала войны. Не знаю, как правильно говорить, но это... страшные вещи. Короче, не знаю, я ощущаю, что это будет тяжелое впереди рабочие недели. Но... все, ушел, конечно. Запах-то так себе. Все, он быстро, мгновенно сохнет. И такой матовый получается. Ну, единственное, сейчас... ну, я сейчас фильм пока буду смотреть. Как раз аккуратненько досохнет. В принципе, на завтра все собрала. Бананы. Тоже, наверное, завтра возьму на работу. Вообще уже так хочется весны. Знаете, прям, чтобы вся грязь сошла, чтобы солнышко. Чтобы цветочки. Все-таки зима не мое время года. Вообще не мое. Чай весь сложила в коробочку, чтобы навела, так сказать, себе порядок. Все, чай допила, ногти накрасила. Можно идти фильм досматривать, ложиться спать. Сидит, отвернулся. Короче, кошаки уже тоже разлеглись спать по всем местам, кто где. Кошкин дом. А, я же все-таки дождалась. Ну, как дождалась? Я сидела в машине, думала, все, уже собираюсь уезжать. Потом смотрю, мужчина, который припарковался рядом, смотрю, он возвращается с бананами. Я думаю, блин, он нигде
кроме этой пятерочки долбанной, там не мог купить бананы. Я пришла, и там уже все работает. Поэтому купила кошакам наполнитель. Единственное, не было того, к которому они привыкли. Был дурацкий, дороже. Но такое дело. Тот, к которому они привыкли, будет только в четверг. А тут такой процесс, что его никак не остановить. Поэтому купила, какой был, так что... Ну, все, пойдет в мусорное ведро. Ой. Ну, еще через неделю, получается, уже Масленица. Подмигиваешь мне. Чего подмигиваешь? Чего подмигиваешь мне? Иди сюда. Все, я закончила красить ногти. Иди поближе. Пошли, Пшерончик, иди сюда. Иди сюда. Иди, мой котик. Что такое? А что ты нервничаешь? Что ты нервничаешь? У тебя же есть еда. Тебе коготки надо подстричь, да? Пшерончик. Трактор. Мой трактор. Да? Трактор. Че, скучал? Да? Скучал по мне? Ну, прости. Ну, прости, загуляла. Загуляла. Но я же вернулась. Я не могу. Вот так. Ванька, девочки, мальчики. Давай прощаться. Давай. Антистресс. Ты антистресс? Трактор антистресс? Мурлыкочку мою, мальчик мой, красивый. Красивый мой котик. Ну, короче. Все, пойду досматривать фильм. Ложиться спать, потому что завтра. Завтра начинаются трудовые будни. От них никуда не деться. Ой. Все. Пока-пока. Давай скажи пока-пока.